Доброе утро всем! Начинаем наш день. Я уже проветрила дом, теперь здесь так холодно, так круто. Сейчас уже будем затапливать. Гришка пошел за дровами. А я посушу голову, немного подкрашусь. Обед уже практически готов. Осталось кашу в мультиварке приготовить. И мясо уже в духовке с соевым соусом. Кто просил показать, покажу, какое оно черненькое получается. Потому что там соевый соус, соли нет, только перчик. Все как всегда, в общем-то. Все, пошла краситься. Григорий тут наизусть. Как это называется? Лев Николаевич. Лебеди. Лебеди, да? Лев Николаевич Толстой. Первый абзац, да, задали? Ну и как дела? Вообще последнего это. Надо учить. Ну, здесь написано. Но кто-то решил, что это невозможно, да? А, вы учите последний абзац книги написано, а вы первый? Ну, давайте, учите. Я здесь делаю этот салатик с капусточкой. Слышите, пожарила, запекла курочку в духовке с соевым соусом, но она не такая уж и черная получилась. Может быть, если бы подольше подержала, не знаю, но вполне себе нормального светлого цвета. Здесь пшено в мультиварке, вот 7 минут осталось. Будет скоро готово. Все, продолжаем делать салат. Так, Антоха сегодня сидел впереди, потому что сзади у нас здесь выгружены колеса. Зимняя резина. Будем сегодня переобувать нашу машину. Твою? Мою. А папину? А папа уже свою там что-то переобувал. Так, собираем сюда все. Мама, а мы принесли деньги на питание? Ну ты ж сдавал, я тебе в пакетике давала? Да. Ну что? А что, кто-то еще не сдал, да? Это улица. На улице можно, да. Свистите, на улице молодой человек. Все, и портфель бери, и пошли кушать. Я ехала с пятерочки. Значит, что купила? Сейчас покажу. Так, ну тут всякое такое, трусы, носки. Обновить гардеробчик. Что еще купила? Ситечка новая, старая. Нужно прям выкинуть. Это я буду процеживать бульончик. И вот моя старенькая уже. Я его сразу прям выкину. Здесь нет этого пакета. В общем, для железяк выкидываю его сразу. Так, а это новенькая в пятерочке купила. Поэтому... Ну, в общем, не знаю даже сколько стоит. А, сейчас, в общем, все покажу. А что еще купила? Клубнику. Тут просто она... Ее надо обязательно разморозить. Сделать из нее пюре. Это... Клубника, хочу зефирчик клубничный сделать. Что еще купила? Имбирь, потому что попросили я пряники именно с имбирем, а я все-таки имбирь практически не добавляю, потому что мои дети не любят супер насыщенные пряники. Так, что еще? Лимончик, это для айсинга. Корица. Попробую вот это. Вот обычно какая у меня корица? Камис, да? А вот это вот кота не будет. Вот корица. Что еще? А, и мюсли были со скидкой. Когда они со скидкой стоят не 90 рублей, а 60, то я себе покупаю. В общем, взяла вот такие. Вот еще мне нравятся ягодные, а банан и шоколад, конечно, для меня сладковаты. Вот эти вот мне нравятся. Пятерочки там еще дали какой-то чек, с которым нужно прийти при следующей покупке, и 100 рублей будет скидка. Так что это замануха, приходите к нам еще раз. Вот, так что я приду. Главное, чек не потерять и не забыть. Коня забрала, он кричит мне, покажи старые колеса. Вот старые колеса. Видишь? Вот они. Упаковали все. Машина немного с катушек съехала. Да, почти. Так, все, пойдемте, сейчас я еще ленточку возьму. Скажи еще раз, кто там играет? Россия. Скажи, наши девочки. Наши девочки. Я не могу, как он это говорит. Скажи еще раз. Наши девочки. Каким, в какой форме они играют? Мама, белили. Мы белили. Мы белили? Да. А ви какие? А мы синие. Да? Понеси меня на мусик.
Да нет уж, дорогой. Я сейчас готовлю, сижу, я купил две курочки небольших совсем, и я готовлю несколько блюд, одно из них вот хребетик варится, будет сегодня суп. Здесь у меня грудки, это получается 4, ну из двух курочек, в общем, филе вырезала 4 штучки, соль, перчик, немного чеснока сухого гранулированного, сметана у меня, майонеза нет, 2 яйца. Так, и что еще у нас будет? И сюда еще немного муки, немного крахмала добавлю. Можно еще лук, картошку, но не буду заморачиваться. Мне сейчас надо все делать быстренько. Это завтра будут котлетки, потому что у нас осталось немножко каши.